наша новая лохматая семья. В общем, вот эта яма, случайно шли мимо и наткнулись, услышали писк. Вот кто-то закопал. Откопали пятерых, вот один там уже лежит, умер, видать. И чисто случайно сейчас вот пришли снять видео и слышим еще писк. Видимо, еще один остался. Перчатки? Да ладно, перчатки. Блин, их тут много, что ли, совсем. Где там только что пищал? Пищал, да. Ёлки-палки. Что делать-то? Ёлки-палки. Блин, это уже мертвый. А где же пищал? Ты слышал сейчас? Я только что слышал, да, пищал. Чёрт, а. Вон он, под ним живой. Под ним живой? Угу. Ё-моё. Ну вытаскивай, чё ты уже взялся. Ай, бедный. Ё-моё. Ещё один, как ты его не заметил. Вот он шевелится, бедный. Да и сколько же их тут было-то? Я не знаю, очень много, видать. Ё-моё. Вот это кошмарище. Ай, лапа шевелится. Нахрен. Вот не все. Живой? Ну это слабо шевелится, да? Они не те такие же все были. Да? Да, они отживели. Ну может сейчас отживет. Отживели. Сними вот эти. О, еще. Бедненький. Он обязательно ответит. Тот, у кого рука не дрогнув, закопала 7 жизней живыми в страшных муках. Их обрекли задыхаться медленно в страшных муках. Это же такое зверство, так бесчеловечно. Это каким нелюдям надо быть, чтобы закопать живых существ? Живых! Да что же это творится в этом мире, а? Люди миленькие, да что же творится в этом мире? Малыши, которых откопали вчера из земли, к утру все погибли. Мы живем с вами в 21 веке. Пожалуйста, стерилизуйте ваших животных.
Ведь за все отвечаем потом мы сами. И если даже не мы, то наши дети и внуки. Зачем же мучить наших детей и внуков потом в дальнейшем? Ведь за наши грехи они расплатятся. Кто чем? Мы творим, а они отвечать будут.